26 мая 2019 год. Харьков, наверное, это будет первым кадром. Выставка ретро-автомобилей. На фоне надписи машины не ставят. Нормально так себе кадр. Движение я их уже снял, какие застал. Сейчас будем в подробностях рассматривать. Да, ну вот это ретро так ретро, зевок. О, вот это ретро автомобиль. Яо. Вот уже и надо солдат. Сейчас себе даже с оружием. Все по-настоящему. ХКГ. То есть не знаю, сколько килограмм. Где, господи, еще этого сюда вперли, клоуна. Так, сейчас есть возможность покататься на капоте, которую мы благополучно упустили. Победа. СССР. Ким. Адмирал. Это подальше отходить, даже и в кадр не помещаются корабли. Зим. Диван больше, чем у нас дома. Да, запах, конечно, классный. Ух ты. Это отечественный, по-моему, автомобиль. Кириллица, по крайней мере, Харьков. Самоход. Да, это организовано все. Да, грубо. Товарищи, там самоход.
честно говоря, тут некоторая дисгармония. У меня в понятийном аппарате. Для меня самоход это навсегда прыжок со второго этажа казармы в берцах на асфальт с отбитием пяток и не отбитием мозгов, это потому что давно были отбиты. А тут самоход. Автомобильная столица, что хочешь? Конечно, США, Германия. Мерседес. Реплика. То бишь копия. Приглашает яркий праздник в начале лета. 15 и 16 июня. Ретро-пикник Фельдман Экопарк. Уникальные автомобили. Курсу ретро-костюмов, ретро-барахолка, веселые фотозоны, а также концерты и конкурсы все два дня. 15 и 16 июня. Ретро-пикник «Фельдман Экопарк». Катается 21-е по сию пору. Ух ты! Электромобиль какой-то. Пошли 24-очки. В прекрасном состоянии. Ну, если... Господи, сколько ж тем автомобилей, чтобы в начале ряда были? 100 лет с лишним, так точно. На ретро-автомобиле сработала сигнализация. Ну и пошли в УАЗовские, жигулевские, УАЗовские. Жигули, москвичи. Это, видимо, сигнализация древняя. Охранная система. Москвич МЗА-403, 64 года выпуска. Двадцать четверочка. Ну и что, заключительный кадр. Опять зум. Но уже с открытым капотом. А двигателя-то и нет. Вон он. 26 мая 2019 год, Харьков. Выставка ретро-автомобилей.